опять ты? А знаешь ли ты, что ежедневно наносишь непоправимый вред окружающей среде, даже выбрасывая обыкновенную алюминиевую банку или пачку из-под чипсов? Ну класс, и чё? А хочешь, я покажу тебе нашу планету через 100 лет? Ну давай, покажи. И что это за место? Друг мой, мы в 2111 году. Природе понадобилось более 100 лет, чтобы разложить вредные загрязнители, которые впоследствии войдут в состав почвы. Произойдет процесс окисления, что не даст возможности прорастать новым растениям. А земля без растений – это не живая земля. Ну неужели все это произошло только из-за того, что люди выбрасывали простые алюминиевые банки и пакеты из-под чипсов? Да. Вот твоя банка, а вот твой пакет. Природа до сих пор не смогла разложить их. Он просто в голове не укладывается. Это поразительно. Решать. Либо ты будешь пытаться сохранить природу, либо скажешь, после нас хоть потоп и уйдешь.